времени суток. Сегодня покажу вам очередные покупки из фикс-прайса. Вот тут купила вот такой вот кораблик. Это была серия 23 февраля. Я купила его для поделки. Он стоит вот на такой подставочке. Я подставку отсоединила. Ребенку буду делать шкатулочку с мамиными сокровищами в морском стиле. И вот все никак не могу найти подходящий мне кораблик. Попробую вот такой. Потом купила вот такие вот, как их, бигуди папильотки. Я купила для использования не по назначению. Буду делать шкатулку под украшение. И вот эти вот я буду обматывать бархатной тканью и делать как подставочку для колечек. Также купила для творчества вот такой канцелярский нож. Вот этот мне нужен для резки толстого картона. Очень давно хотела вот эту вот селфи-палку. Я когда покупала основную массу покупок, про нее забыла. И потом мужа послала за ней обратно в магазин. Он проверил на своем телефоне. Наши телефоны одной фирмы, слегка отличаются модели. Но в принципе телефоны практически одинаковые. Он на своем проверил, все прекрасно работает, все фотографировало. А я дома на своем телефоне проверила, мой телефон его не видит. Так что, когда будете покупать такую селфи-палку, обязательно именно на своем телефоне проверяйте сразу, потому что некоторые телефоны не видят эту селфи-палку и никак не распознают ее. Потом мне захотелось печенье в форме сердечек, и у нас много в фикс-прайсе оставалось серии с Дня Святого Валентина, серии, и вот такой вот формочки для печенья там тоже были. Мне, в принципе, нужны именно только сердечки, буквы, не без надобности. Далее купила вот такие вот детские салфетки. Они идут с первых дней жизни, гипоаллергенные. И я вам уже говорила, и еще раз повторю, что они намного лучше, чем памперс. По крайней мере, мне они нравятся намного больше. Далее появились там вот такие вот замечательные контейнеры. Здесь вот написано handmade, красивые совочки, ниточки, ножницы. Такая вот крышка открывающаяся, ручка, и я ее же использовала под свои краски. В общем, полностью забила своими красками для творчества. Далее из новинок еще появились вот такие вот контейнеры с выдвижными ящичками. Они идут по две штуки, но я их соединила вместе. У них открывается вот эта вот верхняя крышечка. Вот я ее сняла, и соединяются они вместе, потому что здесь вот у каждого внизу есть отверстия, то есть их можно друг на друга крепить. Сюда я тоже уже расфасовала различные свои мелочи для декупажа, которые нужны мне под рукой, но они постоянно где-то валяются. А вот эту штучку, верхнюю крышечку, кстати, можно использовать как такую импровизированную палитру для размешивания красок. Еще из новинок там были вот такие вот ажурные контейнеры. Я его уже собрала и даже уже расфасовала все, как у меня будет лежать на рабочем столе. У меня на рабочем столе стоит только ноутбук и принтер. И вот принтер такого же цвета белого. И на него сверху можно поставить вот такую. Она будет очень красиво смотреться, потому что у меня постоянно на рабочем столе никак не могу навести порядок. Мелочевка постоянно в разные стороны. Еще купила вот такой вот арахис в какао. Мы их брали две пачки, одну пачку уже съели. И довольно-таки вкусный. Арахис внутри совершенно не отсыревший, хорошо поджаренный. Вот эта сверху глазурь для меня, на мой вкус, очень сладковатая. Но это, в принципе, на любителя. Так очень вкусные. В принципе, мне не свойственно покупать продукты в фикс-прайсе. Я это не люблю. Но вот это вот советовали многие блогеры. Я все-таки решила попробовать купить. И последнее, что мы взяли такое, это вот такие вот конфеты-мармеладки. Такая конфетка, здесь банан и клубника. Ну, тоже на любителя, но очень химозный такой вкус. Ну и цвет тоже такой ядерный. Но у меня муж жуткий сладкоежка, ему это все пойдет. Вот такие мои покупочки были в марте. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!